Девчонки, всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Я вас всех безумно рада здесь видеть, потому что я действительно очень сильно соскучилась, я отсутствовала некоторое время. И поэтому сегодняшнее видео будет такое понемногу обо всем. Мы поговорим на разные темы сегодня с вами, поболтаем. Но непременно я хотела бы начать это видео со слов благодарности одной замечательной девушке, очень красивой и очень интересному и позитивному во всех смыслах этого слова блогеру, Юленьке. Юль, привет и большое спасибо, что ты смотришь меня. И по какому же случаю благодарности? Юля рассказала в своем видео обо мне и о том, что она смотрит меня, и главное, почему она меня смотрит. Столько добрых слов в мою сторону, если честно, Юль, я не ожидала. И самое удивительное, знаешь почему? Потому что вот просто так. Потому что все эти добрые слова в мою сторону просто так. Не по какому-то поводу, не по какому-то случаю, а просто мне вот очень приятно именно это. Юль, спасибо тебе огромное. Конечно же, самое меньшее, что я могу сделать, это поблагодарить тебя вот именно так, с глазу на глаз, а не в личном сообщении и не комментарием под видео. Хотя и так, конечно же, невозможно передать, насколько мне это все чертовски приятно. И, конечно же, девчонки, я вам рекомендую Юлю как блогера. Я обязательно оставлю ссылку на ее канал под видео. Пройдите и посмотрите ее, вы не пожалеете, я уверена, потому что такому позитивному отношению к жизни, как у этой девушки, просто нужно поучиться, но, мне кажется, всем современным людям, вообще в целом, живущим везде, где бы то ни было, это редкий дар так позитивно относиться к жизни. Итак, дорогие товарищи, Юля, я надеюсь, что ты с нами тоже, едем дальше, и я думаю, что сейчас я соберу все мысли воедино, и думаю, что сделаю все-таки не одно видео на полчаса с огромной массой информации полезной, которая у меня накопилась за время отсутствия, а все-таки разобью ее, раздроблю. И вот в этом видео дальше мы поговорим с вами об одной американской компании, продукция которой попала ко мне на затест совершенно случайно. Сейчас я вам расскажу, как именно. И вы знаете, она мне очень понравилась, поэтому я вам решила рассказать о ней. В общем, дело было так. Нет, это не Elbox, это не Glambox, я не являюсь клиентом этих сервисов и не буду являться. В Москве я могу получить миниатюрки каких-то продуктов или пробники, ну, в принципе, везде, но, например, когда я получаю пробники в магазине ГУМ, как правило, я знаю, что это будут за марки. Они могут быть люксовые, но они предсказуемы. Поэтому это не очень интересно. Но недавно я ездила отдыхать, как вы знаете, и я остановилась в отеле Hilton. И вы знаете, что всегда в отелях для гостей в ванной комнате оставляют какой-то элементарный набор косметики. Как правило, это бывает шампунь, кондиционер для волос, мыло, может быть, какой-то увлажняющий там гель для душа и бальзам увлажняющий для тела или крем для тела. В общем, это уже все остается на выбор отеля. И, как правило, я не обращаю внимания на эти средства, но и никогда не сбрасываю их со счетов, потому что я, например, знаю, что такая компания, как Molton Brown, они делают самые мои любимые гели для душа. Вот когда-то компания Molton Brown как раз представляла один из отелей, или даже не один из отелей, и она как раз выставлялась в таких маленьких пробничках в ванной комнате какого-то отеля для гостей, для клиентов. Вот, и в отеле Hilton я делала видео о том, что там у меня в ванной находилось, и показывала какую-то косметику, которую я взяла с собой, и показала заодно, что хилтоняне поставили для меня шампунь, там бальзам для головы, бальзам для тела, от неизвестной мне марки, как я сказала в том видео, и она называется Петер Томас Росс. После этого видео вот так. Может быть, вы где-то встречали это сочетание букв? И еще одна девочка, тоже очень хорошенькая, Саша, мы с ней хорошо общаемся здесь на Ютубе, и она мне написала, что, типа, ты чё, вообще, что ли, это очень хорошая марка и, типа, почтенная, присмотрись. Я тут же забиваю в интернете, что это за Петер Томас Росс, и понимаю, что действительно, правда, уважаемая марка, а я о ней не знала. В общем, я попробовала некоторые продукты от этой компании, а именно это были Мега Рич шампунь, из этой же истории Мега Рич кондиционер и также боди лосьон. Вот вы не поверите,
по мелочи, но три продукта, и все три продукта просто в цель попали. Просто замечательные все три продукта, и сейчас я вам расскажу, может быть, вас заинтересует. Кстати, я не нашла, где эту продукцию можно купить в Москве, но я нашла, что ее можно купить на сайте, который называется как-то Strawberry Net, или, ну, в общем, какие-то ягоды. И, в общем, там, допустим, шампуни стоят по $30, а на официальном сайте этой компании шампунь стоит $18, ну, то есть, как бы дороже, но как бы не очень. А компания, как я поняла, американская, если вы вдруг еще и живете в Америке, так вы прям за $18 можете купить. В общем, сейчас я расскажу поподробнее. Итак, сначала, что же это за компания? Петер Томас Рос. Американская компания, основанная в 1993 году. Недавно. Младше меня. Насколько я поняла, этот Питер Томас, он дерматолог, который основал собственный бренд. И изначально основной направленностью компании было решение вопросов проблемной кожи. А также потом подключилось решение вопросов старения. Они стали производить антиэйдж продукты. И, как я поняла, вот эта вот линейка их для волос, это уже такое самое новое направление в этой компании. На сайте в качестве девиза компании они говорят, что мы ищем новые формулы, и они дают поразительные результаты. Если обозначить для вас ценовую категорию данной продукции, я уже сказала, что на официальном сайте шампуни и кондиционеры стоят по $18 за 250 мл. Умывалки я посмотрела примерно от $30, скрабы тоже от $30 для лица, и крема приблизительно от $40 и так далее до самых дорогих, там антиэйдж продуктов и так далее. И теперь я быстренько расскажу, ну вот, про каждую эту штучку, вдруг вас заинтересует, вдруг вы в Америке. Итак, шампунь. После того, как Саша мне написала, что это классная и уважаемая продукция, я решила, что она пренепременно должна возыметь на моих волосах какие-то результаты. На тот момент я уже вернулась с собой из путешествия, но так как ее комментарий я прочитала, будучи еще в путешествии, я это все дело взяла с собой в Россию. Правильно? Это же мое, это же подарок. Итак, по поводу этого шампуня я прочитала на сайте, что это шампунь, богатый комплексом В7 витаминов, витаминами Е и С, провитамином В7. Он делает волосы чистыми, блестящими, питает, придает здоровый вид. Ну, как бы стандартный такой набор того, что и должен делать, в принципе, шампунь. Правда, ничего удивительного нету. Далее на сайте пишут, что участники трехдневного потребительского исследования в отношении этого шампуня отметили, 94% людей отметили, что волосы стали более блестящими, 94% отметили, что волосы стали выглядеть более здоровыми, 94% отметили, что волосы стали выглядеть более напитанными, 91%, что волосы стали менее ломкими, 85%, что волосы стали более шелковистыми. Ну, в общем, опять-таки, нас не кормят какими-то вау-обещаниями, и я принялась за тестирование шампуня уже с таким поменьше пылом. Что касается результата на моих волосах, я вам могу сказать, что он был очень классный. Но и также я не скажу, что в последнее время я пользовалась какими-то дешевыми шампунями. Да, у меня волосы испорченные после зимы, но я взялась за их активную терапию, и в последнее время я мыла голову такими шампунями, как Jean-François Lazartic я вам показывала шампунь Yes Tool, я вам показывала, или, может быть, не показывала шампунь John Friedan, то есть все эти шампуни такие не по 100 рублей, скажем, из Ашана. Хотя я и не брезгую шампунями по 100 рублей из Ашана, но все равно. И как бы в целом мои волосы при своем плохом состоянии после зимы, в целом я их привела в норму. И вот тут я добавила тоже такой из дорогой категории этот шампунь. Он, да, из той же истории, я хочу сказать, что и Джон Фрида, Лазартик и так далее. Он замечательно промывает волосы, он добавляет моим волосам объема, потому что, знаете, в последнее время я сталкиваюсь с такой вещью, что вот я как бы помою голову, и вообще объема нет. Ну, такое ощущение, что куда половину моих волос делать? Я не понимаю, что такое. Здесь все очень классно, хотя они не обещают объем компании Питер Томас, но реально присутствует объем. Очень хорошо промытые волосы.
Даже я смогла не мыть голову целых 2 дня с этим шампунем, хотя ничего не применяла, никаких сухих шампуней, ничего. У меня это страшная проблема, я мою голову каждый день, а иногда даже 2 раза в день, если мне нужно куда-то выйти на мероприятие. С этим шампунем реально мои волосы выглядели чистыми целых 2 дня, что вообще меня очень сильно удивило. И состояние волос мне очень сильно понравилось. Если честно, за $18 за 250 мл, если бы у меня была такая возможность приобрести этот шампунь, я бы его приобрела. Дороже $18 я считаю, что нет. За 1000 рублей можно выбрать уже что-то другое. Ну вот он реально стоит своих денег. Если у вас есть возможность за эти деньги его купить, обязательно присмотритесь. Очень классно и очень здорово промывает волосы, делает с ними все, что вы хотите видеть от шампуня в принципе. Но я пробовала с ним... его, точнее, именно вместе с кондиционером из этой же истории. Вся эта серия и шампунь, и кондиционер имеет такой цитрусовый аромат, как мне кажется, в перемешку с отдушкой, типа легкий свежий бриз. Если бы я была парфюмером, который добавляет отдушки в вот эти вот косметические средства, я бы все-таки сказала, что это мужской аромат, такой мужской запах, как правило, линейки для мужчин имеют вот именно такие отдушки. И также последнее, что я хочу сказать по поводу шампуня, что да, в его составе есть содиум лауреат сульфат, из-за этого он очень хорошо пенится. И вот этого вот тюбика шампуня, правда, у меня было их 2, вот одного реально мне хватило на 4 раза промывки моих довольно длинных волос. И теперь дальше я расскажу насчет кондиционера и что же я прочитала о нем. На сайте официальном. А о нем я прочитала все то же самое. Там точно так же предоставлены результаты вот этого вот 3-дневного потребительского исследования, и все цифры приведены те же самые. Я так понимаю, что вот эти вот женщины, которые участвовали в потребительском исследовании, они тестировали эти 2 продукта вместе. В составе кондиционера есть алкоголь, и в составе кондиционера из силиконов присутствует диметикон. Поэтому... это не линейка для тех, кто любит все натуральное и органическое. Да, весь результат, который дал мне шампунь, нельзя сбрасывать со счетов бальзам. Именно вместе с ним мои волосы выглядели шикарно в последние 2 недели, или сколько там, в последнюю неделю, когда я вернулась. В общем, вот это вот спонсор моих волос в последнюю неделю, данные 2 продукта. Я ставлю им абсолютно железно 10 из 10 баллов. И также бальзам-кондиционер стоит $18 на официальном сайте. Еще раз уверяю, что эти 2 продукта стоят своих денег. И еще одна вещь, которая вызвала у меня восторг уже по прилету в Москву, это вот такой вот из этой же истории Мега Рич боди-лосьон от этой же компании. Что о нем я прочитала на официальном сайте? Мегаэффективный лосьон для тела, мгновенно успокаивает и питает обезвоженную кожу, делает ее мягкой и гладкой, богат витаминами С, Е, В5. Участники 2-дневного потребительского исследования отметили. Мне вот это очень нравится, как рекламный ход. Данные потребительского исследования. Мне кажется, что это как-то, ну, сразу вызывает доверие. Молодцы. 92% участников отметили более гладкую кожу, 88% отметили более мягкую кожу, 80% отметили питательный эффект. $18 за 250 мл боди-лосьона на официальном сайте. И в составе на 3-м месте глицерин, на 7-м месте масло ши. Я выписала, потому что здесь реально очень мелко написано и очень проблематично что-либо рассмотреть. Также далее в составе всякие экстракты указаны, ну, то есть более или менее натуральный состав, как мне кажется, за свои деньги. Аромат. Здесь к отдушке лимон подмешали не отдушку свежий морской бриз, а отдушку травы. В общем, теперь это какой-то лимон с травой. Ну, прям практически-таки лемонграсс. Так вот, какие мои проблемы он решил? Когда я прилетела в Москву из жаркой страны, я была в Африке, у меня очень... сильно стала шелушиться кожа, и загар, естественно, стал слезать. В общем, вот именно эти проблемы я и хотела решить. Вы знаете, из-за того, что лосьон мне достался один, шампунь и бальзам-кондиционер мне по 2 штуки досталось, а вот этот вот лосьон для тела мне достался один. Но мне нужно было его как-то объективно тестировать, и я наносила его на очень сухие вот эти вот части рук. Как они называются? Тыльная сторона руки? Кисти?
Вот, и также я наносила на голени этот боди-лосьон, потому что там вообще самые максимально сухие участки у меня сейчас. И вы знаете, ну, относительно голени, как бы, все тогда я намазала после душа и легла спать. И все хорошо, вроде бы, как кожа не сухая, а увлажнена, но мне кажется, что вот эти тыльные стороны кистей — это самый объективный тест, потому что я нанесла этот боди-лосьон, пошла помыла руки. И по идее-то это все должно смыться, но мои руки по-прежнему не сухие и увлажненные. Оно реально как-то очень глубоко питает и прям проникает до каких-то таких внутренних слоев кожи. В общем, мне очень сильно этот лосьон понравился, насколько я могу быть объективной, исходя из 30 мл продукта. Конечно же, боди-лосьон хотелось бы потестировать в большем размере, но вот тоже он стоит $18, как говорят на сайте, и за $18 я бы его тоже с удовольствием купила. Мне кажется, что, ну, если не на 10 из 10, то на 9 из 10 баллов он работает и стоит своих денег, это точно. Вот, девчонки, мне кажется, что я уже очень много наговорила в этом видео, и спасибо, что вы посмотрели меня. Если будет возможность, еще раз, называется Питер Томас Росс. Саш, спасибо тебе тоже, что ты мне посоветовала обратить внимание на эту продукцию. И все, девчонки, всех целую, обнимаю, пока.